Дорогие друзья, об этом сообщил нам известный российский телеведущий Андрей Малахов. Вы будете просто в шоке. Мало кто об этом знает, да и вообще навряд ли узнает. 10 июля в Санкт-Петербурге пройдет большой концерт советских песен. На этом концерте должен был выступить любимый наш советский певец Лев Лещенко. Сегодня рано утром его концертный директор сообщил, что Лев Лещенко на концерте выступать не будет. Да и вряд ли в этом году он вообще выступит на территории России. Через несколько недель родственники готовятся уехать вместе с певцом за границу для того, чтобы пройти медицинское обследование в одной из лучших клиник. Что произошло с Львом Лещенко, концертный директор отказывался говорить, ссылаясь на то, что сами позже обо всем не узнаете. Следите за новостями, друзья, на нашем канале. Каждое утро свежие выпуски. Я благодарю вас за ваши просмотры. До скорых встреч. Не переключайтесь.